Hello guys, that's our first vlog from the LCQ. We're preparing for our first match. It's gonna be today against Guild, and ready to show our confidence and performance as a team and individually. So thank you for support, everyone, and cheering. Let's go, baby. Ходите ближе. Окно. Я дергаю. Даю стан на окно. Я дефаю. Рулик, целик. Окно. Половина есть. Умница. Хорош. Давай. Дал. Ковил. Не вижу. Смог, даю жить. Дышался. Даю прожить на выход. Кабе даю, стоя. Кабе. Верно, стан. Артур, подвинься. Давай. Дал стан. Дал стан. Девятку убил. Ревил сломается. Подвал ревил. Вызвал. Я степень не пачку. Он по девятке. Я в окне, парни. Тетриса нет. Прожигали. Окно убил. Давай играть. Не торопиться. Даю хай. Гараж, одно хп. И без инфы, либо... Я слепой. Я слепой. КТ масс. Дэш убил, еще КТ есть. КТ еще КТ. Два КТ. КТ вышел. Шит! Хорош, Коля. Хорош! Молодец! Ставлю, второй этаж посмотреть. Помощь нужна. Я приду. Второй этаж. 120. Брат, я еще иду помогать. Еще. Живи, Артур. Дал мой. Еще рез есть. Хорош. Также пойдут. Еще одна флешка. Один. Все, можно выйти. Не воли бить, воли. Давайте на пушки. Погнали! Ты не убьешь моих союзников. Надо пока. Нажимаю стенку. Она антифлэш, Таня, антифлэш. Поле. Минус пол. Ну, в целом, это было частью геймплана против Guild, потому что они та команда, которая обычно банит карту оппонента. Мы забанили первую карту, которую хотели не играть против них. В целом, сплит мы не баним практически никогда. Так получалось ранее, потому что, не знаю, у нас был сплит отстающей карты и картой рандома, поэтому мы раньше делали так, потому что у нас не было готовой карты. Сейчас мы так больше делать не будем. В целом, можно сказать, да, нам просто нужно было намного больше времени. Ну и в целом и сейчас могу сказать, что далеко все, что мы хотим сделать, не готово. Тот самый конфетно-букетный период у команд, который происходит, и они очень круто играют, можно сказать о том, что у нас его вообще не было слова совсем сразу. У нас очень много чего не получалось наоборот. Но в целом мы работаем, видим успехи, от этого отталкиваемся дальше и будем сильнее со временем еще. Сегодняшней игрой не совсем доволен, потому что мы должны были выигрывать намного увереннее. Было видно, что мы их перестрелим вообще без шансов, но просто есть какие-то провалы в мид-игре.
просто что-то не получалось, какие-то штуки шли не по геймплану, приходилось подстраиваться на ходу, но мы справились в целом. То, что выиграли, всегда очень круто, но очень много есть того, что нужно посмотреть и исправить. So today we won our first game against Team Guild, and I'm really happy, because we had a lot of time to preparation, it was really hard. But still we managed to win. I think we deserved it. To be honest, I'm trying to improve literally every day. I'm watching a lot of both demos and playing a lot of that match to improve my aim skill. So this, I think, my way to improve. Next game we will play against Team Liquid. The old games we played before was really close and really tough. So I think we can beat them. They just pick up Demasic. They have new roster. So it will be really interesting match. I believe in us for sure. Thank you everyone for watching and supporting us. We will win this SCQ qualifier. Наш день сегодня начался с вок бафа. Мы вместе покушали лапши, зарядились максимальной энергией перед официалочкой. Сделали разборчик, сейчас ребята разминаются. На разборах мы в основном смотрим какие-то основные дефолты, триггеры, штучки, по которым мы можем ориентироваться относительно соперника. Это отличается от прака, например, тем, что на праке ты играешь против людей, ты не знаешь, что они будут делать, и отрабатывают, может, они что-то. А на официальных матчах в основном все делают то, что они отрабатывали, то, что они делали на других официальных матчах. И ты по каким-то определенным триггерам можешь понять, что в целом происходит на карте. По одному спылу какому-нибудь, по одному человеку, который пошел куда-то. Вот, поэтому это важно, чтобы каждый понимал, мог заколить, и вы могли это, например, просто банально заантистратить. Вот в этом важность разбора, наверное, самая основная. Все игры с Liquid в основном проходят как-то не банально, не спонтанно, потому что они никогда не играют никакие турниры, кроме ВКТ-турниров, и у них невозможно понять, какой у них будет пик, что у них сейчас слабая карта, что они банят. Ну, мы можем, конечно, предполагать, как мы это и делаем, но зачастую происходит что-то спонтанно, приходится что-то придумывать. Ну, этим, наверное, интересен в целом Valorant. Если говорить конкретно про мой настрой, все окей, мы готовы, будем давать очень достойный бой. Надо бодро собраться, парни, и плотненько в голову навязывать свою игру. Кто мы? Казённый Бриджер! Я вышел. За вторым, за вторым. Какая? За вторым, за вторым. Между. Да, поехал. Размер, иди второй этаж, второй этаж. Где второй этаж? Стенки, осторожно, чувак. Собачьи пески, собачьи пески. Сейчас собачьи пески. Смог 10 секунд, буду его ближний давать. У меня флешка есть, мужики. Close game, hard game. Again, clutches, clutches and clutches. That's why I guess we lost. I guess Liquid was more confident in their moves, their team moves. We played good, but I guess
we didn't have enough clutches. We throw so many clutch. I think it's what's the problem about preparation. I actually don't know. I guess every team should prepare for each other. So I guess preparing was the same. Давайте, мужики, вчерашний день нахуй забыли, сегодня новая игра, новая возможность. Верим друг другу, верим в себя. То мы... Рождённые побеждают! Баня еще может быть, я даю баню. Сколько еще было лапы? Домик убил. Баня. Домик еще убил. Баня лаз. Дай смог шаурсы, Коль. Срочно. Я флешку буду давать. Там флешку убил. Вылетел, чел. На планете сверху. Остальные слепые. Ворота. Еще один ворота. Лонг и хука. Я баню. Лонг хп. Ревил даю скоро. Убил. Планете где-то. Дал ревил. Убей! Лучше, братик, малыш. Ну я уже добавил, не успею сейчас без ТП-шек. Кавстане тоже. Причал. Флешку еще есть? Да, даю. Они в ретейк ушли. Может быть граффити. Пас. Я по 9 иду. Я разъем. Убил по 9. Врывает КТ. Врывает КТ, сорю, не вижу. Убил КТ. 9-1. 9 сломал. Ревил сломал. КТ мало. На меня еще убьешь, чтобы пачка перекрыла. 9 пикает. Парни, у вас нет пробивного нет. Хуёво, вы когда выпущите? Орюте? Да, ещё один. По бане играют, отдали хаешку. По 9. Молитва, мамал. Я под вас забираю жестко. Ревил вам берите, давайте берите, дам хае. Я в стане. Александр, по левому ответ. Всё, того. Ещё лонг, бил под вал. Лонг справа. Беру пачку. Закается. 1 хп. Хорош. Не знаю, много каких-то факторов, которые не предугадать получились. Но в целом, мне кажется, это какие-то проблемы просто, которые появились просто, не знаю, во время игры даже с теми же Liquid, и мы просто не смогли в целом с этими какими-то плохими эмоциями в моменте справиться и выйти на ту волну, которая нам нужна. Наверное, как-то так можно это состояние описать. Многие штуки просто не работали, хотя мы полностью понимали, что делает что один оппонент, что другой на карте. Мы полностью вообще знали все их дефолты, и ничего со времен нашего разбора не было изменено в их структуре, в их командной игре. Не хватало моментами просто стрельбы нашей, разменов, четкого выхода, доигранных клатчей, и все в совокупности еще под соусом какого-то негатива, и в целом получилось очень плохо. Сделаем огромную работу над ошибками, и в дальнейшем будем стараться не подводить вас и радовать нашими победами.